Тревогу бьют работники автобазы Мирнинского комбината. Уже не один год они пытаются добиться ремонта канализационной системы общежития Управления внутренних дел. В течение 5 лет соседи периодически заливают территорию автотранспортного предприятия сточными водами. В ситуации разбирались коллеги в Мирном. Канализационный водовод забивается. И вот через вот эту вот ревизию идет вода, вот она вся вот здесь. И вся она потом уходит на территорию автобазы. Круглый год заливает или как? Ну, обычно в осенний и весенний период. В эти моменты особо сильно. То есть это фекалии, это стоки, это канализация в чистом виде. Автобазу Мирнинского ГОКа 5 лет заливает канализационными стоками. Рядом с транспортным предприятием находится общежитие Управления внутренних дел. Там часто происходят заторы водостока. На территорию к соседям бежит грязная вода, стоит неприятный запах. Проблему решают, но она всплывает снова и снова. Течет постоянно из-под вашего дома. Это что такое? Потому что протечку подключает, нужно, потому что холодно, все замерзает. Через 5 минут все перемерзает. И что делают? Что делают? Поэтому вода включенная стоит. Оставляют. А у всех сюда сантехника, включенная, да? Сантехников, чтобы каждые 5 минут не вызывать. Ага. Это потому что, наверное, трубы не утепленные, да? Да, да, да. А управляющую компанию жаловались, нет? Ой, жаловались. Он Жилкомсервис же до прошлого года обанкротился, и поэтому мы бесхозные. То, что дом бесхозный, видно невооруженным глазом. Электросчетчики в открытом доступе, ободранная краска, нечищенный снег и течь из канализации, отравляющая жизнь работников автобазы и зеленых насаждений. По словам представителей власти, канализация этого здания в хорошем состоянии. Там установлены новые трубы и уклон, соответствующий самостоятельному сливу, имеется. А заторам способствуют жильцы общежития. Порывов там не было никаких, там сети находятся в рабочем состоянии, там единственное, что забивалась канализационная сеть, то есть из-за того, что унитазы, то, что не надо было, люди сливали, и поэтому приходилось периодически чистить. Сейчас проблема устранена. Идет конкурс на управляющую компанию. А пока одни соседи разбираются, кто в доме хозяин, другие надеются на скорейшее решение вопроса. И что этим летом на их территории вырастут цветы, а не грязь с плесенью. Елизавета Кочетова, Тимур Шерижик, телеканал «Алмазный край».